Так, ребятки, я здесь и... Что, я включу опять мусс-чат? Я дам еще вам буквально пару минуток, чтобы все успели зайти. Кто еще этого не сделал, соответственно. Им здорово. Так, успешно у нас выиграл и Макс, да, выиграл у нас. Им уже нельзя участвовать. Я напомню просто. То, что человек, который уже выигрывал, не может. Так, что там внизу? Welcome back, спасибо. У вас минута, ребят. Кто еще не зашел? Сначала Роналду переходит в Ювентус, потом Дред играет лол. Лол, блядь, что происходит? Пишет, количество ограничено. Насчет чего? Я пропустил тему, походу. Ебать, у ребят пальцы, походу, горят там, которые на комнату кликают. Что, просто кликать? Ну да. Я сниму пароль, и просто кто зайдет, тот и победитель. Должен быть один слот, не знаю. Ребята зашли как-то в тот раз вдвоем. Секундочек 30, ребят, еще осталось. Ну, судя по паблику, есть проблемы со входом небольшие. Я уверен, что организаторы трудятся с этим. Потому что я, когда регался, у меня тоже была проблемка. Мне приходил смс-код, но почему-то не запускало. Это пофиксили. Дениска, привет. Змей, здравствуй. Так, ну что, бойс, начнем. Три, два, один. Это что-то невероятное, серьезно. Я не пойму, кто первый зашел из вас. Непонятно. Паша, что-то не работает. Их тут четверо теперь. Хорошее казино. Ай, сука. Ай, блядь. Рядом на Беларуси всем по 500. Мне кажется, надо было придумывать какой-нибудь это... другой способ. Никита Салавата, привет. Павлик, что мы делаем, брат? Их теперь еще больше. То папашу душат на монету. Скажите честно, у кого-то кликер есть? Нет, на мышке только, если тройной. Положа руку на сердце, если. Или на Библию, не знаю. На мышке, двойной на мышке. Двойной на мышке, я понял. Палец не отсох. Сука. Я не перестаю орать с этой хуйни, серьезно. Все будет хорошо. Мосчат спонсирует, ребят. Бля. Бедолаги. Так, ну ладно, давайте посмотрим, те, кто победил. Что, Паш, всех засчитывать получается, или что? Показывать каждого? Ну, так, слушай, будет человек 12. Сейчас мы определимся, четверых вас засчитывать или нет. Ну, судя по всему, да, потому что это не ваш косяк определенно. Показывай каждого, повезло, значит повезло, так считаем, хорошо. Так, кейсер, профиль.
хорошая, кстати, вписка. Если горит конь, то проверь, что ты курил. Кейсер, что ты курил? Что, у тебя кони горят? Так, следующий фанта. Вы читаете диалог розыгрыша сейчас? Или меня не слышно? Да-да-да, слышно. Найс. Да-да-да. А то мы как в церкви сидим и молчите, а я разговариваю. Так, следующий. Нико Джин. Сильвер, привет, братиш. Так, и мамним. Стой, я согрешил? Рыжий, чем ты согрешил? Рассказывай. Я отмолю тебя. Не, ну качество войса мне нравится. Оно определенно нормальное. Вам как, гайз? Что вообще скажете насчет программы? Алло! Ну, вообще качественно все вроде как. Но в чате, когда пишут, упоминают, подсвечивается потом. Не очень удобно. Все, понял. Ладно, ребятки, поздравляю вас, я пошел. Давай. Давайте. Давай. Так, у нас в этот раз 4 победителя. Они увеличиваются с каждым разом. Так, ладно, там опять комнату почистят, опять запаролят. Типа, ладно. Что-то определенно с ограничением лагает. Или что-то идет не так. Потому что если ставится слот в одного, но они залезают как-то все больше и больше людей. Окей. Поехали дальше. За 500 рубасов могу сказать, что хорошо. А если объективно без 500 рублей? Где забирать бабки? Если ты выиграл, то с администратором поговорить надо. Мы теряем Андрея. Господи! Пощадите! Не только Андрея теряем, походу. Насобирал на машину, Алик? Нет, не насобирал. Почти. Я рядом. Я рядом с машиной, а машина рядом со мной. Это где? Бля, кстати, если они не пофиксят эту хуйню, Паш, это будет забавно, когда там же 2 телефона, да, будет в конце, на 5-м стриме получается. Если человек 9 залетит, то же придется 8 телефонов или 9 выдавать. Да не, ребята должны эту хуйню пофиксить по-любому, потому что, ну, это вообще жесть. Или на SSD-шнике, или на 1500. Завтра струя будет? Да, Брубир будет. Привет. Я написал, чтобы мне мышку разъебанную вернули, Рома. Это не входило в планы договоренности. Ржака будет. Я сомневаюсь, что это смешно. 9 телефонов выдавать за место 2. Что за приз в розыгрыше? Сегодня 4 человека по 500 рублей мы выявляем. Но получается уже больше. В общем, 4 раза я должен снимать пароль. Такое. И должно было быть 4 победителя. У нас первый раз 2 выиграло. Сейчас уже 4 было. Леха Фарш, спасибо большое тебе за 6 месяцев ресаба. Добро пожаловать назад. Полгода, спасибо огромнейшее за это, что поддерживаешь мое творчество скромное. Вот. Я, правда, не помню, какие еще призы там будут. Я помню, что там 1500 на Steam вроде бы будет. Или нет, или так, наликом. Я не знаю, в общем. Будут SSD-диски от Kingston на 120 ГБш. И телефоны еще будут, 2. Телефон я не помню модель, если честно. Это уже надо у Павла спрашивать, чтобы он вам в твитчат написал.
топим за Лёху в этом году? Конечно. Of course. Загугли ликёр Галлиано. Вот на такую бутылку сел Андрей. Я думаю, что она толстая. Мид никто не хочет пойти? Мид? Я могу на Джекера мид пойти. Я что-то пропустил, кто кормит весь этот призовой фонд. Сильвер, ну это мосчаты. Это не московский чат, просто название такое. Это никак не связано с Москвой. Или с московским мясокомбинатом, как уже была версия. Все, кто сейчас смотрит Реда, соучастники. Согласен. А если ты только что подключился? Да, ты. Именно ты. Ты, наверное, сидишь такой, оглядываешься. Я к тебе обращаюсь. Сидишь на Твиче в чате, но не сидишь еще до сих пор в мост чате. Парень, сделай это. И, возможно, тебе повезет, и ты выиграешь 500 тряпчиков, как и остальные ребята. Давай. Время у тебя еще есть. Что там? Небольшой вопрос для всех, Альберт, озвучь, плиз, вслух. Давайте обсудим возможные механики розыгрыша внутри мосчата, если не с комнатой. Вдруг кто из зрителей придумает что-то крутое, и мы примем косарик, от меня лично выиграет. Это хороший челлендж, ребят. У вас есть возможность заработать косарик, если вы предложите хорошую функцию для определения победителя. Функция ролл, как в доте, кто больше число наролил, тому и бабки. Да не, ролл, типа... Надо еще понять, сколько людей сидит. Кейсер, спасибо большое тебе за подписку, добро пожаловать. Пятихатку выиграл, подписался на Альберта. Какое-то наебалово, по-моему. Спасибо большое. Консул лут. Кто громче крякнет. Кстати, Альберт, если кто спрашивает будет, название основано на термине «шкала МОС». Усредненная оценка разборчивости речи. Mean opinion score. Понятно вам, гайс? Это никакой не московский чат, хватит. Вообще, на самом деле, это надо делать внутри мосчата, ребят, предлагать во свою версию. Чат Твича не идет в счет. Ну, соответственно, в чате Твича вы не заработаете штуку, заработаете в мосчате. Заходите. Думал, это чат Собянина. Сука. Ссылка какая-то разноцветная. Это далматинец ссылка. Не, вряд ли Ашер это поможет. Гарик Боровик, привет. А если он мне напишет, что мой номер телефона дерьмо, и он не хочет с ним работать? Нет, от номера телефона ничего не зависит. Типа, если у тебя будет проблема со входом, надо будет об этом написать где-нибудь в паблике, я думаю, у меня. Что ты не можешь зайти, и что связано с чем основана вообще проблема. Так это назовем. Помочь? Олик, апдейты в комнате, давно, значит, на вебку не попадал. Какие апдейты? Три типа на боте будут. Он пишет при регистрации, что неверный номер телефона.
косяк возможен с регистрацией. Из-за этого много людей не может зайти. Тут я согласен. Скоро будет доступна авторизация через другие методы, и все станет проще, услышали вас. Спасибо, спасибо. Флора, привет. Кирсапогом. Будем? Мне кажется, что все-таки действительно что-то завязана проблема какая-то из-за того, что регистрация только через телефон. Из-за этого у людей есть трабулесы. Потому что Паша хотела намного больше людей зайти, а но стрелой, зайти, ну, зайти они не могут. Ты его копнешь. Да не надо, все, уходи, уходи. В той самой программе, как Волан-де-Морт, которую нельзя называть, много людей недовольны то, что не получается зайти. Так, надо было в мид поставить. Карлак мид, наверное. Чё такое, КТ? Чем тебе Blizzard опять не угодили? Тут ничего не сделаем, типа тут трипла будет. Класс. Тебе немного грязи сделать. Варлок центр? Вообще. Лол. Ебать, давно я не видел Варлока. Есть топорный вариант, как раз на случай того, что в комнату много народу залетает, чтобы не разоряться, запускать туда 10 человек, условно говоря, а потом среди них через рандом.орг выбирать одного победителя. Ну, кстати, если будет много залетать через рандом.орг, это нормальная тема разыграть хорошо, между ними. Это будет справедливо, потому что мы так обанкротим нахуй к концу сегодняшнего стрима мосчат. Бедолаги хотели четверых победителей выбирать, а по итогу получается, что их уже шестеро за два впуска. Должно было быть двое. А как тебе пошла СК? Такое. Если получится так, что залетит больше одного, я через рандом.орг разыграю между ними. Ну, то есть, соответственно, как они будут сидеть, и получается, ну, соответственно, от одного там до скольки их будет. Там, если будет их пятеро, от одного до пяти, получается, число выбираю, и тот будет победителем. Сейчас тебе две пачки придет, тавр пишешь. Почти, Проспетян. Жалей, плюнем. Это что, я, получается, штуку выиграл? Хотя это Пашина идея. Я ее просто дополнил. Ладно. Не дай мне так, не букуй, брат. Паша сам себе штуку выиграл. Ничего себе ты буйный, Аксик. Ничего себе ты буйный, давай, брат, давай. Ты думаешь, у меня первая горелка смущает? Я Джекира, сынок, иди сюда. Вы дерево едите, я понял. Хорошо, я не буду от экспириенса так надалеко отходить. В смысле, Паша выиграл, если через одно морка я предложил. А, ну просто, Петян, это там разбирайтесь. Я ж просто не могу следить за еще... За чатом мост-чата, это сложно. Во время игры... Я успеваю почитывать что-то, но не все. В общем, я не знаю, сами разбирайтесь там, кто там выиграл штуку, кто не выиграл штуку. Диак спрятался, он где-то здесь сидит по-любому. Потом пошел. Здорово. Кукусики. МК, we can kill him. Easy kill for you. Okay, never mind, taking solo. Я затравлю тебя, песик. Пенч. Пенч. Мы идем дальше. Крипцы, развернуться, Ой, молодцы. Это мои ребята. Это мои ребята развернулись. Молодцы. Да вы из Лондона? Yeah. МК, we can kill him again. Окей, never mind, you so slow. Он реально slow. Курочка, курочка. Нормально все, кстати, можем. Давай. А, он подставится, он подставится. Да, он стоит. Я готов получать экспириенс здесь. Ну, Акса я зазонил нормально, но он все равно третий левел, а я второй. Это нечестно. Потому что я проделал большой объем работы. А Акс при этом еще и капусту заработал. Отстань, крипц. Ну, крипочек. Он пишет про регистрации. Так, это я читал уже, походу, да? Про то, что про регистрацию. Что там может быть что-то не то. Пойдем убивать. Согласен. Да, идем. С регистрацией возможен косяк.
И иллюзия. Это иллюзия? Нет. Тут стоит. Надо будет какой-нибудь генератор случайных чисел загуглить. Которым я, наверное, в Бургер Кинге тогда пользовался. Вот я его, наверное, буду юзать. Как же заебал это такс, господи. Возьмите баунти на боте, пожалуйста, молодежь. Пил себе ее, братик. Зашили этот мид. Должен успеть. Вижу цемку. Давай считалочкой или ромашкой. Копай, копай. Прям. Он меня забашил. Макс качается, макака тоже забашил. Качается. Я не качаюсь единственный. Блочь у тебя, блочь. Теперь его. Я единственный, кто не качаюсь в этой игре. Башит, чувак. Два раза меня забашил. Смотри, смотри, смотри. Развожу. Я вообще одно манго я тебе дам, танго. Да не нормально, я сейчас. Да я не тебе, а макаки. Я немного далековато от тебя. Макака не хочет работать на регенах. Хау. Кажется ли он еще лес подфармливает? Где он? Аксик, вы где? Кажется, что он еще лес где-то качает, пока крипы выходят. Сейчас он на крипов не успел. А, вот он ты. Вот он ты, блядь, сын булочника. С транквилами, да? Пусть транквилы сбили. Ходи, Джек. Шторм шестой, можно сейчас ворота убить. Можно. Только по тавер это такое себе. О, голем есть. Там что-то знает. Тихо, отойди. Красота. Я на базу полетел, потому что Макс может навстречу бежать. Шторм умирает почему-то. Странное. Странный момент, но он умирает. Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Алик, играешь ли ты в Overwatch? Если да, можно с тобой как-нибудь катануть. Не, в Overwatch я не играю, дядька. Максимум, что я из Blizzard юзаю, это Вовка, ХС и Ходс, все. Мотормен, спасибо большое тебе за поддержку. Колес подфармить. Пускал Overwatch. Молодой человек на донате. Бежим, 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 бежим. Я не успеваю. Решил развернуться. Давай немного, окей. Барлок на топ идет к вам. Не-не, он. Я уже передумал. Я топаю. Надо в мид пойти, вижен поставить. Но варлока тоже душат так плотно. Как ты вообще относишься к тому, чтобы пробовать новые игры? Я лично подсел на Realm Royale, мне кажется, тебе могла бы понравиться. Раз в 100 лет отдохнуть от доты. Я вот именно, что я отдыхаю в Ходсе. Не знаю почему. Последнее время, конечно, уже отдых закончился в ней, потому что я пригорать начинаю по мелочи из-за игроков. Но все равно это намного чиловее, чем дота. Не знаю, для меня моба какая-то проще доты, вот это и есть мой отдых. А во что-то другое, типа, мне не нравятся стрелялки, не знаю почему. Но именно вот эти вот королевские битвы, которые сейчас очень сильно модны. Мне это сложно дается. Максимум, что из этого бы, чему бы я дал предпочтение, это, наверное, папка все-таки. Потому что он для меня как-то более серьезно выглядит, не знаю почему. Все вот эти вот игрушечные графики мне почему-то не вкатывают. А тут шейкер. Привет из Солнечной Турции, привет, фарш.
май гад. Я в Диабле чили. Диабло тоже охуенная тема, просто. Только когда сезон наступает, я могу в нее играть. В других ситуациях не могу. Давай Хэс сегодня тоже посмотрим, бойс, посмотрим. Хэс может быть. Вообще, я бы на самом деле на обновление бы зашел. Как же Dying Light? Dying Light это... И вдвоем тут. Разовая акция, ребят, была. Разовая акция, которую попробовал. На боте баунти не пробовали брать? Тут CM-ка и шейкеры меня душат, я не понял. Могу взять ее. Это жестко. Суй, братан. Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Спасибо, Флора. Да не, кардинальчик, не забью. Я просто некоторые люди мешают апаться, а так все ништяк вроде бы. Шейкер пока махал своей фиссурой. Фиссурой своей наматывал. Что делает Шторм? На ты самый лучший Шторм, я так заметил. God damn. Какая боль. Штопаж. Зачем Варлок за мной бежит? Брат, ты меня убить хочешь, а он меня так убьет. Так убьет, так нечестно. Это нихуя нечестно, очень больно, очень. Было закупаться. Dying Light был эпичен. Это в первое впечатление в игру, когда ты заходишь и там находишь момент, с чего можно поорать сильно. Я нашел такой момент в том, что ну там полный пиздец, а не игра какая-то была. Я с первого раза, ну, очень мне понравилось. Именно проходить мне ее было сыкотно, вот меня напрягало ночью бегать. А так все неплохо. Варклер, спасибо большое тебе за 4 месяца, добрый вечер. Тебе добрый вечер и приятного просмотра, дядька. Спасибо огромнейшее, что поддерживаешь мое скромное творчество. Что-то с шепот свойства на донате. Спасибо. Кстати, при альтабе у меня... Ну, я не знаю, типа, это можно как-то сделать или нет в мусс-чате. Я когда альтабаюсь, у меня чат стоит на том месте, где я последний раз заканчивал его смотреть. Он не опускается автоматически за чатом. Скорее всего, вряд ли это какая-то проблема мусс-чата. И, возможно, это вообще невероятно сложно реализовать. God damn. Сюда вард. Душат. Да, я вижу, у меня нет айспаса, я ничем не помочь не могу. У нас вообще все очень хуево, у нас Шторм, типа, стоит, я не знаю. Он пытается драться с типами, вот я видел, как его Сэмка убивала. Он видит, что на него бегут, он разворачивается, пытается драться. Хуево. Да, что-то? Копай, 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 копай. Не копай. У него хроносфера есть или нету? То нет. Дофига. Я уехал. Макака, не умирай, брат. Лучше дофарми БФ. Пожалуйста. Не надо этого делать. Вы там никого не зацепите. Там все шестрелы. Там у Акса Даггера, он вас там перехуярит сейчас. Вон Шторм уже знакомится с Акса Даггером. Купол теперь есть. Кейсер, нормальная тема. Макаши был эпичный очень. Потом согласен. Надо в Midvision поставить. Купол, пизда сейчас будет. Не особо в мид, конечно, получилось, но перемещение по руне тоже важно. А с миди все равно нету тавера. Надо и спас будет брать после этого левела, судя по всему. Что нам здесь пригодится? Нам пригодятся транквилы, я думаю.
почти пейндж получилось сделать. Типа просто тут. Бля, их тут пятеро, да, конченые. Бля, ладно. Башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Начинаю орать. Флора, ты войс тестишь у доната? Спасибо большое тебе за поддержку. Блядь, я почти рун забрал. Золотой. Даже макропирку не смог оставить напоследок. Да. Я понял, спасибо. Never lucky. Я надеюсь, что у нас ребята зафармили за этот период, пока у нас пятеро на боте стоят. Яул или Атос? Яул. Тут точно Яул. Я лечу. Зачем я лечу на первую вышку, господи? Этого нельзя было делать. Я хотел на вторую лететь. Я почему я не сделал ТП на вторую вышку? Ну что за хуйня? Начинается вот эта вот мучная хуетень, когда я начинаю фидить уже. И хоронить всех, всех пидорасов там. Хорошо. Это более-менее сносный размен еще. Мудаки. Убьют. Да было бы не так обидно, если бы я тогда хотя бы, ну, баунти попробовал забрать. У меня тогда и баунти не получилось забрать. Санкинг был рядом. У меня это СК. Там, походу, у Шакира есть уже, блин. У меня есть тоже. Но сказал, вот этот дядя БКБ купит, будет нормально. БКБ может быть лотар какой-то. Стакнуть я ничего не успею, чтобы зафармить макропирой. Донецкий там что-то фармить пытается еще. Нужен доску Cool Story Bob. Он попал? Но мы не убьем его все равно. Я понимаю. А вот он меня убить хочет почему-то. Ебать, он походу сейчас будет делать это. Я не хочу. Грязные. Полетел я на центр. Там хотя бы опыт есть. И нет вражеских персонажей. Есть изъяны в работе? То варлок ушел к вам еще. Нет, не ушел. Секунды, парни, две. Оу, щит. Неплохо, неплохо. Макака начинает реабилитироваться в катку. Полно алебарду делать? Зачем? Это плохая идея. Дядя, не делай алебарду, пожалуйста, на макаке. Тебе надо идти мы в деймидж, иначе у нас закончится это скоро все. Типа, если он сделал сейчас алебарду, это хуево закончится для нас. Нет, это неплохой артефакт для мидгейма, но все равно это не с позиции кора делать. Можем сейчас этого закрыть? С позиции единицы. А у меня вообще 200 хп. Он душит. Я тебе дам маны. Тебе хп не надо. Бать, пойду порегенюсь. Магани медас. А не порегенюсь. Кто тут вард? Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Теперь без захслэма, если что. Спасибо, Флора. Пластецкий. Принял. Макаки пизда еще. Не, пиздарики тоже. Мне еще ТП будет на топ, они типа... Уже не надо. Уже не надо. Вас там перехуярят сейчас всех по двумя големами. Лянь. Лянь. Все.
Мы пришли, тупо дополнили капитал шоу «Поле чудес» этого на топе. Письмо в августа ЗП, если вы понимаете, о чем я. Джубайтит какой-то прям. Часть команды, часть корабля, и пошел финал вместе с ними. Не, ну тут сложно будет выиграть. Шторм вообще склонен к кабекам, но этот нет. Конкретно этот Шторм нет. Ёб твою мать. Зачем я сюда пришел вообще? Молодой человек крутит стоит. Понял. У него телепорт в стэше, он его не перекинул. У него телепорт в стэше, он улететь не может. Найс. Хорош. Я лечу. Бля, башики, пожалуйста, башики, блядь! Башики, блять. Помнишь историю с бабками в двух ночи? Шел домой с прогулки с собаки. Я башит, он просто пашет. На всю длину лавки я сел рядом, чекаю новости. Выходит два Петровны с Батика, смотрят на это все, я такой ручкой им помахал. Они развернулись и пошли обратно. Как же я рал, сука. Спасибо, Джеки. Бабки — это такие ребята. Ребята. Ребята на бабках. Тихо. God damn, как же мы их ебём здесь. Просто где эти люди, блядь? Вдвоём пятерых отхуячили. Не, ну, такая красава. Нормально впился. Спасибо, Джеки, возьмет. Большое. Катка дикая, что-то село вперед, село назад. Камбэчная, может быть. Это надо. Но мы вдвоем чисто распидорачили их сейчас. Хорошо. Я почти на Юлна собирал в этом файте. И бедный родственник, но ворды надо покупать. Я бы на боте макропирус бы свою оставил. Если вы понимаете, о чем я. Рампагу осилил, типа, ну блять, я боролся как мог. Или где-то слота. Он так заработал будет, хорошо. Да. Мне кажется, ему на квартиру там МСК хватит. Ну да, он на БКБ себя заработал, и, блядь, почти алибарда еще есть. Вот у меня почти алибарда здесь была до этого. А можем его ебнуть? Давай через 4, давайте подождем мульт и пойдем. Спрячьтесь, парни. Да, он никого не видит, нападайте на него. Я все закину. Он хочет это сделать! Нормально все. Получится. Бля, если бы он это сделал, было бы вообще найс. Бейте тавер. Вышка почти крипзок, не бьет. Вышка не бьет, да бейте вышку, пожалуйста. И нам отсюда уйти надо. Санкин, брат. Тут челик, может быть. Пизда, нам. Типа, ладно, забей. Ой. Хорош. Да, он ба... God damn! Вы, бля, так... Как Альберт учил. Умница, умница. Тут еще пассенджер идет. Пассенджер на шейкере. За доджи, да. Ничего не дам. Мне ебало оторвали. Жалеет, взрывает. Стрелецкий от Донецкого, нормальная тема. Report the human garbage, void, please. Почему void? Void они не особо виноват. Просто мы его растерзали и все. Опытно. Игра сложная по-прежнему. Так, потихонечку люди к мусчату подтягиваются. Я смотрю, нормально все. Заходите, бойс. Спасибо всем огромное, кто заходит.
общается в мосчате. Спасибо. Вот как заяц, ночью от машины убегал чисто по прямой. Но он пытался вышку обогнуть, вроде бы там стрела такая, знаешь, она не совсем стопроцентная была. Там были сомнения по поводу ее попадания, если честно. Под эпицентр или... Да вижен как-то здесь поставить. Беспалевно. Прям очень-очень беспалевно. Этот вар там очень много возможностей даст, это если на меня не увидят. Замышляет. Все, я ушел отсюда, короче. Окей, be careful. Ты смог был, походу. Нападать. Стопа фармил. Страх какой. Хуйня без Альберт. Без Джекера хуйня будет. Тут айон диск. Какого фармить? Эти аксы заебут меня. К старости, блять. Пикап, не знаю, но, наверное. Почему ты у меня это спрашиваешь, мне интересно. Бля, башики, башики, пожалуйста, башики, блядь! Опа, новый звук на донатах. Лови башек, убиваем? Брат. ПС. Алик, назови своего самого нелюбимого карткири. Который тебя как саппорта месит лицом от пепельницу. Таких что нет, это? Он спектра раздражает. Жели тот самый. Когда ты играешь на саппорте, если у спектры все хорошо, да, это самый душный саппорт, керри. И Сларк еще невероятно раздражает. И нахуй отсюда. Шумит, парни, не помогу. Как он не попал палочкой, писюлечкой вот этой вот? Убегайте. Как они заебали на меня нападать? Это просто шок-континент какой-то. Сагрились. Я не помню, не ботай, что это за момент был. О, у Лотарича уйдет, по-моему. Походу у тебя там Войд. Ну ладно, как хочешь. Пинч. OpenAI, OpenAI бот. Лол. Хороший никнейм для CM-ки. Я не спрашивал, блядь, просто с командировки приехал 2 месяца назад, на Твиче не был, офигел от этого. А, ну, я понял. Бывает, жизнь не огорчение. По поводу дисциплины Андрюхи. Кажется, ли здесь, блядь, ебаный вижен где-то стоит. Канулся, ебать, нихуя он с блинком. Ну, давно блинк уже. Да, есть вард. Я ж чувствую, что-то есть. Нервничаю. Что-то здесь есть. Бля, боюсь сюда спускаться, я вот так вот сделаю. Они хотят нападать миди, осторожней. Големов еще, по-моему, нету, секунд 20-30. Хорошая аналогия, директор, спасибо. И за поддержку, и за вот эту вот картинку, да. В моей голове теперь. Макака там что, сумасшедший вообще? Бля, башики, пожалуйста, башики, блядь! Заговорили про село. Вспомнил, как был на свадьбе у двоюродного брата в деревне. Местное дискотечное ебаное здание бани после двух и краткое 5L бутылки дедовской севухи. Просто в одну момент подваливает 3 челика к каким-то местным и начинают бить друг другу ебало с нихуя. 20 минут спустя в обраточку местные пришли. Какой-то против этого крендера.
Сельская дискотека, нехуй добавить. Если честно. Спасибо большое тебе, Джеки. Три голема. Три голема это не лог. Новости, конечно. У меня все ребята умерли, да? Тут же доебались. Нет, там големы слишком больно бьют по еблу. Они еще и баунти сейчас все заберут. Жок. Ситуация сейчас была в лесу Radiant. Да. На баунти руне вот здесь. Да это сейчас то же самое было, только там три негра было, по-моему. Хотя это второй дубль, наверное, первой сцены. Все равно не помню нинбатай. Моменты какие-то всплывают в памяти, но не сильно. Да, у них такой пик бледушный, вообще шок. Прям очень шок. Тут, само собой, шейкер забрал все, да. Да, все поднял, блядь. 20-й нужен, как можно быстрее. Если ты, может, будешь тупо купол ждать и потом ультовать. Это подливу ёбнуть там. Аксика, аксика. Ой, долбоёб, он даже не перемещается по хроносфере. Идиота, блядь, кусок. Он просто идет по прямой. Как и Void, который в хроносфере просто стоит и не мансует. По нему макропира залетела, он не понимает, что там Айспас сейчас вылетит. Он просто стоит и дальше бьет, блядь. За которой Этиль? Что за джибайтит? Я не понял, что за слово, но... Ну ладно. Я ушел. Вот сплит тут. А тебя, скорее всего. Привет, Дарк. Это жадно было сейчас вот этот ликвид отдавать. Тавр. Так и наказать могут. Да, это ты бежишь, еще не понял. Что это? Он сумасшедший. Зачем он это делает, лол? Помогите! Гадын! Я решил не убегать. Ну, он скатита собирал. Ну тут варлок убил. Лови, брат. Выкинул големов. Варлок просто пошел и выкинул големов Джекира, блядь. Это нормальная вообще игра или нет? Я все понимаю, но этого я не понимаю. Сэмки вардов. А, я понял, да. Сори. Сейчас зафармишь, отойди, гос. Да они сами даже на это слово не обижаются. Это вот тут тусят. Ну, я понял. Полицейский разворот, да? Это не полицейский разворот, я сдался. Ебал, Акса бить. Антараска, да. Но Макака с ним может справиться нормально, вроде бы неплохо. Дефолтный голем сапа 1.9, да? Да. Я не знаю, почему они со мной это делают, но им, походу, нравится. Или приносит удовольствие. У Варлока не будет големов. Этот идиот в меня их скинул. Поэтому мы можем изи идти на Рошана сейчас. А вот это лишнее было. Но он опять на месте, блядь, стоит. God damn, нет, пойдемте хайграунд бить. Пока осторожнее под Акса не станьте вдвоем. 9-10.
Я его подниму, если что, не очкуйте. Кружок на 25. Этот. Рефрешер, ебать. Душу, душу, душу. Нормально, там все посгорало нахер. Сука. Макак жив, норм. Кукифан, привет. Да пойдет потихонечку. Не надо, урод. Это ненужные вещи. Так, после этой катки, ребят, еще один будет розыгрыш. Так что подключайтесь к мосчату, если вы еще это не сделали. Кто-то, может, вдруг зашел. Сидит и не понимает, что происходит. Понимай, дядя, в мосчат надо заходить. Паша, меня эта тема уже лет 6 преследует. Не знаю, сколько ты на Твиче. Но это да, это что, что-то родственное в этом есть. Розыгрыш среди подписчиков, среди абсолютно всех, кто заходит в мосчат. Подосты. Я объясню еще раз это потом. Пей. Не хочу. Я пошел против системы и бота этого. Я не хочу пить. Ну, я знаю твою фамилию. Я задушили там? Найс. Рассчитано нахуй. Я не ударил деда и из-за этого не заработал. Зачем я это? Рассчитано. Да там просто неуязвимость. Невидимость ебаная. Да, да. Кожаные ублюдки бунтуют против ботов? Да нет, вроде. Тогда ешь, не хочу. Ешь, пей. Почему меня пытаются напоить и накормить чем-то? Чай, что за хуйня? Так, что мы будем собирать далее? Далее, когда у нас есть ГП, мы будем собирать хекс. Хекс — полезная штука. Вообще, еще форс нам рентабелен очень в этой игре. Ну, я не хочу. Я хочу сразу хекс. Село хули. Ну да. Посоветуйте крутую книгу. Warcraft почитай. Рошана, пойдем, там мы не можем закончить. Можем шайн поломать. Вот Рошанчик. Байбека на шейкере вроде нету. Так, сири нет. Я не помню точно, если честно. Парни, я далеко, но иду. Под Аиги сойдём. Смотрите, я лечу, это иллюзия. Не лечу. Это иллюзия, пол. Бля. Пол, они психанули. Душка. Нормально. Це пекло, ебать! Меня сейчас Айон Диз собьет. Тот дедушка, который за мной ходит. Звук, когда бьешь, странный. Во, чекера похоронил? Да не. Планета, что? Иллюзия на топе.
Бомблер какой-то, ебать. Бот. Ну, Войд без хроносферы боится подходить, как я понимаю. Квак, давай три, хотя бы две стороны. Да, давайте. Бёш, это хотя мы можем пронда въебать. Но, как правило, такая хуйня ошибочная бывает. Да. В этой игре. Distress Void, please! Демон какой-то. Это легко. Сэм хочет поиграть в игру. Видно, видно сразу. ГГ, бро. Спасибо. Аибот. Так, ну что, ребятки, я иду перекуривать и будем выяснять еще победителя следующего, третьего. Ну, вообще, как бы не третьего, а уже седьмого, судя по всему. Но сейчас будет, даже если будет больше людей, я буду через генератор случайных чисел выбирать. Пока что я не ушел, покажу еще раз мусчат вам. Сейчас, секунду. Чтобы вы понимали вообще, о чем идет речь. Так. Вот так выглядит, ребят, наш мусчат. Вы заходите, соответственно, зарегистрировали, все нормально, присоединяйтесь к каналу, и тут у нас есть канал розыгрыш. Там почему-то один из одного, кто там сидит? Так, это нормально, это наш парень, это наш администратор. Хорошо. То есть, соответственно, когда пароль здесь будет убран... Кстати, почему нет пароля? Я не понимаю, почему нет пароля. Надо пароль поставить, Павлик. Поставьте, пожалуйста, пароль, пока я буду курить. Соответственно, тут должно будет быть запаролено, и когда я сниму пароль... Или что, или мы не будем больше паролить? Мы, походу, не будем больше паролить, или что? Или все туда заходят, или... и мы выбираем рандомно, вот. Но если так, то мне придется высчитывать. Это будет жестко. А, все, запаролили, найс. Хорошо. То есть, соответственно, я сниму пароль, вы заходите, если вам повезет, то вы выиграете 500 тряпчиков. Соответственно, если получится, что больше одного человека зайдет, как у нас происходило это два раза. Вообще там один слот должен быть. Но получалось так, что несколько людей заходило. Соответственно, если будет несколько, больше одного человека, я буду через рандомный генератор чисел выбирать. Поставили пароль. Да, все, я уже вижу. Поэтому, ребятки, кто еще не зашел в мусчат, заходите, регистрируйтесь, и я пошел курить, приду, мы обязательно выявим следующего обладателя. Все, я ушел. Далеко не разбегайте, скоро повернусь. Щитил!